Приветствую, друзья, на своем канале. Вот такой вот лайк сразу за ваши просмотры. Надеюсь, вы мне тоже поставите лайкосик. Видео, как всегда, с обломами различного характера. На экране вы видите кейс. Хочу сделать обзор на этот кейс. Значит, находимся мы сейчас все на самоизоляции. И вот у меня вот такая вот здесь, вот такая бардачина. Вот в таком вот ящике от холодильника старого, да. Решил навести порядок. Смотрите, что получается. Открываю, и вот смотрите. Вот как стало, и вот как было. Вот как было, и вот как стало. Смотрите, есть один нюанс вот в этих ящиках. Они везде продаются, но они разные своей структурности и секретиками. Мне повезло, я взял хороший. В одном известном гипермаркете, не буду называть имя этого предприятия. Оно французское, только скажу так. Раньше я называл, теперь я не буду называть никакие названия, дабы не расценивали это как рекламу. Так вот, я хочу о пользе говорить того, что мне удалось приобрести, и хочу вот вам советовать всем. Смотрите, вот эти ящички, кейсики такие вот, они с очень одним существенным нюансом. Сейчас я объясню вам. Если вы покупаете себе вот такой вот кейс, видите, вот у него вот здесь вот такие вот шлицы, и вот такие вот у него есть разделители пластиковые, да, ну они вот здесь вот так вот ставятся, вот. Ну и можно подбирать под любой размер крепежа, под любой размер метизов, ну ячейку себе сделать, создать. Я не нахваливаю, что это у меня хороший, а вообще я просто говорю, что вот есть такой существенный нюанс. Вот здесь вот есть пазы, куда входят вот эти вот разделители. И не остается зазора между крышкой и вот этой вот всей плоскостью. И когда вы переворачиваете вот этот ящик в разные стороны при транспортировке, то не высыпается вот эта вот вся приблуда, которую вы насортировали, из ячеек не пересыпается сквозь зазор, который вот в других ящиках бывает. Вот видите, вот там вот плотно. И те другие ящики, кто вот покупает, им приходится, конечно же, его дорабатывать. Как дорабатывать? Вот сюда приклеивают, ну, в Ютубе полно видео, вот сюда вот наклеивают, ну, вот эту вспененную, как это, изоляцию на двухсторонний скотч, ну, или просто наклей, которая утолщает, получается, вот тут прослойку и не позволяет выпасть метизом вот этим всем, особенно мелким. А здесь уже вот предусмотрено, то есть этот французский магазин, видимо, ну, знает толк. И вот смотрите, вот, видите, вот так вот, 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 видно там, не видно, сейчас я покажу, ниши. И они вот, вот эти вот ниши, они вот ложатся вот сюда. Плотное получается соприкосновение крышки с самим чемоданчиком. Ну и вот можно крутить, вертеть его в итоге. И вот здесь удобная ручка, он из хорошей пластмассы. Так что вот такой вот обзорчик, как бы вот совет от меня такой, смотрите. Подпишитесь на мой канал, загляните, не поленитесь. Или на таких, как я, заглядывайте к нам на каналы и смотрите, какие от нас исходят советы. То есть вы всегда будете в плюсе от того, что вам подсказка будет с наших каналов. Я вот, допустим, случайно вот этот купил, мне повезло, что вот такой конфигурации крышка. А вот если бы не повезло, то мне бы пришлось дорабатывать. Конечно, я бы сделал обзор, как все тоже, выложил бы совет такой, да. Но вот сейчас вот не пришлось эту доработку делать. Доработки есть у других блогеров. Так что при выборе вот такого вот чемоданчика учитывайте вот этот нюанс. Кому понравился видос, еще раз вот так вот напомню, ставьте лайкосик. Мы стараемся, видео нелегко снимается и не всегда есть возможность. Или дизлайк. Дизлайк тоже влияет, кстати, на активность канала. Также подписывайтесь, ставьте колокольчик, не забывайте. Всем добра, всем взаимка. Пока-пока.